То есть наш мир многомерен, и мы можем начинать воспринимать большую мерность, да, чем описывает ее наука. Но для этого необходимо развивать себя. А психология, она как бы для всех, да, то есть даже для тех, кто, скажем, воспринимает только трехмерный физический мир. То есть она дает ответы на какие-то вопросы, но не на все. Но, по крайней мере, на все те, да, которые есть у человека, скажем, первой, второй, третьей касты. Когда человек переходит в четвертую касту, то у него появляется больше вопросов. А потому что он подошел к такой эволюционной ступеньке, да, где он не может себе не задавать этих вопросов. Поэтому эти вопросы, они будут его преследовать, и если он не будет искать на них ответы, ему будет очень сильно некомфортно. Поэтому человек начинает искать ответы на эти вопросы, и если правильно ищет, то находит. Как говорится, дорогие друзья, нет никаких тайных знаний, есть знания, до которых нам еще нужно дорасти. Здесь все очень просто.